занимаемся у нас обычно тренировка, как всегда, потому что мы не можем слить какой-то элемент на турнике. У нас есть такие же друзья сильные, как Макс. Ну, в принципе, и в чем-то, даже не в чем-то, а они лучше нас. Поехали. Сегодня я вам скажу, как я делал вымах луну. Смотрите, мы берем маленький кач, заходим в шлепку. Перед тем, как мы зашли в шлепку, резко себя встанем в ровные руки и вымахиваем в ровное тело. Перед тем, как вымахиваем в ровное тело, держать его до конца. Кто хочет, можете крутить не гимнастическое, но желательно брать прогиб в спине и в пояснице, и у вас будет все получаться. Учу планш сугура, мои первые попытки. Для этого надо сделать три движения. Склёп, чистые перевороты, а потом просто слететь и сделать ланч-гейнер. А минусы то, когда ты делаешь склёпку, а потом перевороты, бьёшься очень сильно ногами. Короче, ребята, сейчас будет обучалка на антитопоре. Давай. Смотрите, когда вы его делаете, вы должны брать, выгибать ноги и как бы подпрыгивать. Смотрите, сейчас... И у вас должно это получиться. Но сначала делайте это со страховкой, потому что вы можете упасть на спину. А сейчас вам покажет спец, который умеет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.